вопрос ребром. «Ставлю вопрос ребром», — говорила Адаму Ева. «Нужен очаг и дом, и хватит глазеть налево. Вон уже глаз косит, а ты врешь, что моногамный, и пьешь до потери сил, а заливаешь 100 граммов. Не надо мне тут втирать про веритас, что инвина. Ведешь себя, как тиран, а я твоя половина. Кому я проела плешь? И ничего не ною, ты яблочко лучше съешь. И погляди, у Ноя хорош до чего ковчег, а ты хоть бы гвоздик в полку, но писаный красавчег на лбу у тебя». Наколка. С утра как закинешь сеть, так и пропал до ночи. А мне надоел насест. И что значит, что ты квохчешь? Хочу, чтобы по-людски дети, уют и счастье не против стирать носки. Но хочется и участия, и взглядов, и слов, и губ не только к 8 марта. А ты так суров и груб, как будто родился в Спарте. Азартен только в игре. И то не в любовь, а в кости. Живем, будто на дворе каменный век. Небось, ведь считаешь, ты очень крут. Сияешь, как майский веник. Не, я не мечу икру. И заметь, ни словца про деньги. Ты что-то сказал про месть? Ребро 13-м было, тем самым, в котором бес. Да ты не в себе, любимый. Ты ребра пересчитай и вспомни, что сам из праха. Я в курсе, что все считая тебя посылает... И тебя подмывает нафиг послать этот голенозем. К тому ж мы с тобой мигранты. Но, может быть, повезет. Получим на счастье гранты. Добро пожаловать в рай. Хотя бы такой убогий. Ты ноги-то вытирай. Полы после влажной уборки. Разольем по тарелкам борщ. Для интиму закроем ставни. Ешь. Из ребер навар хорош, а я самовар поставлю.